Рождение семьи на высоте. Необычное бракосочетание состоялось сегодня в Архызе. Провели торжество на самой высокой точке северного склона в рамках специального социального проекта «Свадьба на высоте». Теперь церемонии бракосочетания будут проходить в течение всего года на живописных панорамных площадках курорта Архыз. О том, как прошло открытие свадебного сезона в горах, расскажет Альбина Ламкова. 24 апреля 2024 года мы собрались здесь на волшебное, наполненное сказочной красотой событие – свадьбу. Церемония бракосочетания прошла с соблюдением всех формальностей, включая роспись, обмен кольцами и получение свидетельства о заключении брака. Торжество состоялось на панорамной площадке канатной дороги «Аполлон», одной из самых высоких точек северного склона курорта. Молодожены Ислама и Елизавета Бюковы встречаются чуть больше полугода. Этого времени хватило, чтобы связать свою жизнь с друг другом. Я сказал то, что все, уже пора, надо узаконить, скажем так, полностью наши отношения, все, и светлое будущее, как говорится. По-вашему, счастливый брак, он какой должен быть? Счастливый брак – это взаимопонимание между супругами, здоровье, счастливые дети, правильное их воспитание. Возможность необычного бракосочетания в горах в день красивой и зеркальной дате 24.04.2024 обрадовала и молодую пару Игоря и Викторию Долговых. Будет что вспомнить, отмечают они. Прям подбирали эту дату, хотели именно сегодня. Зеркально, очень красиво, хотелось запечатлеть этот момент. Масштабная высота с масштабным событием. Буря эмоций, прям дух захватывает от атмосферы горной. Действительно, свадьба на высоте – это прекрасная возможность сделать праздник создания новой семьи по-настоящему незабываемым. Его провели в рамках поддержки Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Гости курорта, жители республики могут пользоваться этой услугой все лето. Для этого просто нужно подать заявку в ЗАГС города Черкесска. В этой услуге много бесплатных опций. Участниками необычного бракосочетания стали молодожены из Ставропольского края Олеся и Сергей Данилюк. У них двойной праздник. Зарегистрировали брак в день рождения супруга. Он, кстати, родом из нашей республики. Начальник управления ЗАГС Карачаева-Черкесии Елизавета Семенова, поздравив всех с праздником, рассказала, что в год семьи планируется много интересных мероприятий. А выездную церемонию бракосочетания на Архызе теперь будут проводить 24 числа каждого месяца. На уровне 2500 метров особая атмосфера торжества. Чистый воздух и фантастическая природа пропитана счастьем и радостью. Церемония бракосочетания среди такой красоты – это уникальный опыт. Непременно запомнится на всю жизнь как виновникам торжества, так и всем гостям. И такая семья будет обязательно крепкая и сильная, как горы Кавказа. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз.